На днях в Московской области прошел чемпионат России по всестилевому карате. Около 500 ребят из 39 регионов страны в возрасте 18 лет и старше боролись за право стать лучшими. От Чувашии выступили 6 спортсменов. На родину они вернулись золотыми и серебряными медалями. Новый вид спорта – всестилевое карате – успешно развивается более чем в 70 регионах страны, в том числе и в Чувашии. Он объединяет представителей различных стилевых направлений в одном месте. Наш регион представили воспитанники стилей фудакан, скиф, ВКЦ. Всего было разыграно 55 комплектов медалей, а по итогам соревнований Михаил Калинин и Сергей Сергеев смогли выполнить норматив «Мастер спорта России».